Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Что делать, если ваш питомец проглотил инородное тело? Как оказать первую помощь любимцу? В этом видео мы дадим вам пошаговую инструкцию. Если ваш питомец что-то проглотил, важно это вовремя понять. Хорошо, если вы стали свидетелем этого. Если нет, то определить, что инородное тело попало в организм животного, можно по следующим признакам. Тошнота, рвота, пена изо рта, невозможность проглотить пищу или воду. Если проглоченный предмет имеет вредный химический состав или острые края, возможны симптомы отравления, интенсивная рвота у животного, в том числе с пеной и кровью. Что же делать, если питомец проглотил инородное тело? Давайте разбираться. Определите, насколько опасен инородный предмет. Если проглоченный предмет мелкий и не опасный, у питомца нет никаких симптомов отравления или непроходимости желудочно-кишечного тракта, инородное тело может выйти естественным путем. В этом случае вести животное в больницу не надо. Если же предмет опасный, например, имеет вредный химический состав или острые края, то питомца нужно немедленно показать ветеринару. Окажите первую помощь питомцу. Если инородное тело не опасно для животного, помогите предмету выйти естественным путем. Можно дать питомцу вазелиновое масло из расчета 2 мл на 1 кг веса и контролировать дефекацию. Если через 10-12 часов инородное тело не выйдет естественным путем, надо обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно достать предмет, если он почти вышел. Например, если из заднего прохода животного торчит нитка или елочный дождик. Также нельзя давать слабительное, делать клизмы и совершать любые медицинские манипуляции без назначения ветеринарного врача. Если питомец проглотил что-то опасное, незамедлительно покажите его ветеринару. Соберите необходимую информацию для ветеринара. Если у вас осталась часть проглоченного предмета или есть такой же, возьмите его в клинику, чтобы врач мог оценить его химический состав. Сфотографируйте рвотные массы или запомните, как они выглядели. Также предупредите ветеринарную клинику звонком, если питомец в тяжелом состоянии. Позаботьтесь о том, чтобы ваше домашнее животное больше не глотало инородные тела. Сделайте недоступными для питомца все свисающие, болтающиеся предметы в доме. Следите, чтобы у животного не было игрушек с мелкими деталями. Также плотно закрывайте контейнер для мусора. Если у вас собака, обязательно пройдите общий курс дрессировки, чтобы она научилась ничего не подбирать на улице. Если лающий друг не обучен этому, надевайте на него на прогулку эластичный намордник. Это защитит его от яда дог-хантеров. Теперь вы знаете, как помочь питомцу, если он проглотил инородное тело. Следуйте нашим советам, и пусть ваш любимец всегда будет здоров. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!